На календаре 19 августа. 19 августа 1911 года в Самаре в зале реального училища состоялся концерт итальянского скрипача Эрнеста Рокко. В репертуаре были произведения Паганини, Баццини, Баха, Бетховена, Мендельсона, Шопена и Грига. 19 августа 1931 года в Самаре приступили к строительству карбюраторно-арматурного завода. Сейчас это завод имени Тарасова. Для создавшейся в то время отечественной автомобильной промышленности нужны были карбюраторы, за которые приходилось платить миллионы рублей золотом американскому промышленнику Генри Форду. «Не гроша Форду, даешь советский карбюратор» – под таким лозунгом трудились строители самарского завода. Первую партию продукции предприятие выпустило осенью 1934 года. Сегодня во многих странах отмечают Всемирный день фотографии и Всемирный день гуманитарной помощи. Русская православная церковь сегодня празднует Преображение Господне. В народе этот день называют яблочным или вторым спасом. Наши предки говорили, что после Преображения Господня и погода преображается. Но